24 декабря выйдет новый смартфон Xiaomi Play. Слухи о том, что компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон Play, появились в сети совсем недавно, но они уже обрели официальное подтверждение в виде тизерной картинки. Она говорит о том, что устройство официально представят 24 декабря. И речь не о роутере, как мы предположили вчера, а действительно о смартфоне. Сопровождающий картинку текст прямо говорит об этом. А также о том, что смартфон будет предложен с включенными пакетами трафика. Вероятно, модель представят в коллаборации с каким-то местным оператором. По слухам, Xiaomi Play может оказаться некой версией модели Pocophone F1, но пока это всего лишь слухи.